Раздваливаем. Обзор Skydisco UM100, микшер с микрофонами. В данном случае мы используем плеер, ну это типа смарт-ТВ, то есть смарт-ТВ можно точно так же подключаться Bluetooth к нему. Вот, два микрофона в комплекте. Один вот у меня сейчас, я в него говорю, собственно. Второй здесь. Что дальше мы видим в комплекте? Два кабеля. Кабель на AUX и два телефона. Тут вот переходник, инструкция на русском. Какие возможности тут есть? Значит, мы по Bluetooth пускаем сюда сигнал, подключаем к колонкам по тюльпанам. Вот, то есть можем смешивать в этом приборе звук, соответственно. Это у нас общая громкость. Тут вот громкость микрофона. Раз, раз, раз. Также частоты можно вот, урезали низкие немножко. Немножко добавили высоких. Урезали низких, добавили высоких. Также можно добавить эффект. Такой дилей, реверб. Раз, раз. Собственно, и петь. Также можно использовать некоторые эффекты. Например, если я плохо спел, мы можем сказать... Если я спел хорошо, мы можем похлопать. Или посмеяться. Эта кнопка отвечает за мутирование, то есть мы выключаем звук. Эта кнопка выключает микрофоны. Эта кнопка у нас выключает какой-нибудь источник сигнала вот с этой вот панели, то есть с панели MP3, с панели Bluetooth. И USB. USB, по-моему, здесь отдельно. Также сюда можно подключить еще один источник сигнала, вот эти line входы 6.3 джеки. Также можно подключить два дополнительных микрофона, вот есть один вход, есть второй вход, есть также возможность использования конденсаторного микрофона, так как есть фантомное питание. Что еще рассказать, есть можно подключать наушники и использовать вот эту вот крутилку фон в качестве выставлять, в общем, громкость наушников. Вот, собственно, и поем. То есть можно сделать немножечко потише микрофон, погромче музыку. И таким образом мы вписываемся в трек. А те черпаны, ты ничего не сказал. На эти тюльпаны также можно подключать какой-нибудь источник сигнала, любой линейный. То есть можно подключать любой абсолютно источник сигнала. Видео в данном случае у нас идет со стороннего сигнала, то есть сигнала видео, мы запираем аудио сюда, здесь сигнал смешивается с сигналом микрофонов и выходит на колонки. Вроде бы все. Спасибо за внимание.